Паш, Паш, можно тебя на минуточку? Да. Пойдем? Паш, я знаю, ты не техподдержка, но мне срочно нужно открыть презентацию, ничего не работает. Да не вопрос, конечно. Ой, это же вы делаете приложение по мобильным обходам. Как там дела у вас? Продвигаемся. Вот-вот будет готов прототип. Это прям прорыв. Приятно, когда тебя оценивают по достоинству. Готово. Так быстро, спасибо. Это твоя презентация? Да, это наш экологический проект. Здорово. Смотри. Круто. Знаете, мы поддерживаем раздельный сбор отходов на наших производствах и в офисах. А также занимаемся экологическим просвещением. Проект Basket Bottle – это как раз об этом. Давайте утилизировать пластик правильно. И не забываем откручивать крышечки. Молодцы. Продолжайте работать. Удачи. Спасибо. Чего завис? Давай работать. Сделал. Круто. Поезжай еще раз на производство и финализируйте прототип вместе с Николаем. Да я и сам могу доделать уже. Поверь моему опыту, нет. Никаких разработок в вакууме. Это базовое правило Agile. И я не хотел тебе говорить, но, в общем, руководство скоро будет решать, чей проект в первую очередь внедрять и финансировать. Я допилю за пару дней. Ну, удачи. Ставки растут. Всем привет! Вот он! Вот. Совсем не кирпич. И все же не надо подбрасывать. Хорошо. Ребят, как эксперты и юзеры, как думают, чтобы зафиксировать параметры, показатели приборов, что удобнее будет? Удобнее будет, если Коля все запишет. Голосовые сообщения добавить можно. Так он и так болтает без умолку. Ваши пожелания будут учтены. Доработаю, вернусь. Это я придумал. Типа прикладываешь, и все. Он даже подсказки дает. Ничего не забудешь. А он сомневался во мне. Что? Эй. Что такое? Не знаю. Кажись, ПО полетело. Как ПО полетело? Да ты-то что лезешь? Ну мы же его не роняли, а чего? Теперь будем им гвозди забивать.